Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова и сегодня в эфире. До референдума в Беларуси закончат работу по перераспределению полномочий власти. Витебщина готова к посевной кампании. Определены основные задачи на сезон. Движение аграрии в том заключается, чтобы прирасти валовой продукции. Общественная безопасность и трудовая дисциплина в эти дни тема номер один. В течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента и ниже. На это нацелил участников совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти президент страны. В начале становления государства в Беларуси ставку сделали на сильную президентскую власть. Спустя четверть века убедились, не зря в стране порядок в работе с бюджетом, госимуществом и не только. О перераспределении полномочий в Беларуси заговорили не сегодня. Еще в прошлом году Александр Лукашенко поручал изучить возможности. На повестке дня пакет документов с предложениями от Совета министров и экспертов. Я внимательно их изучал, и мое первое предложение – не надо мгновенно чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта Конституции новой на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, у правительства, парламента, губернаторов, если надо, и ниже. Принципиальный момент: ни в коем случае нельзя размывать полномочия президента. Есть вопросы, ответственность за которые должен нести исключительно глава государства. Все рычаги управления страной должны оставаться за ее лидером. У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что если мы растворим президента, будущего президента, не меня это касается, будущего президента, если мы его растворим, имеется в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет. Александр Лукашенко среди таковых назвал земельные отношения, лесной фонд и сельские угодья всегда были и должны оставаться особо охраняемыми. Земля – это не бизнес, а достояние белорусского народа. Абсолютное убеждение и железное требование на землю сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Это не значит, что вот президент бабахнул и принял решение. Вы знаете, как они принимаются? Они начинаются из местных органов власти вызревать эти решения и проходят прямо до президента. Но без подписи президента такие документы не имеют силы. Поэтому еще раз подчеркиваю, вот такие вопросы должны быть у главы государства. Такие полномочия. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. Процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой, а принимаемое решение с работой Конституционной комиссии. Только в таком случае выверенная вертикаль власти станет основой обновленного основного закона страны. Решения будут приниматься не комплексно, а отдельными нормативными правовыми актами. Затрагивает большое количество нормативно-правовых актов и законов, и кодексов, и указов президента, и постановления правительства. Поэтому по каждому конкретному направлению, в котором признана целесообразность внесения этих изменений, будут готовиться отдельные нормативно-правовые акты, которые будут вносить изменения в уже действующие. Быстро, качественно и в максимально короткие сроки в Витебской области нужно провести посевную кампанию. На это нацелил аграриев губернатор Николай Шерстнев. Руководитель области уже посетил хозяйство Витебского района и оценил их готовность к проведению весенне-полевых работ. В хозяйстве Рудакова, например, хоть сегодня готова выехать в поле, вся техника выставлена на линейку и ждет своего часа. Аграрии также с гордостью демонстрируют посевные и почвообрабатывающие агрегаты, которые в большинстве своем отремонтировали своими руками. Где-то замечательно проявили смекалку, рационализаторский подход и мастерство. Часть тракторов уже вывели на поля. Последний лоск наводят своим энергонасыщенным тракторам и работники агропромышленного объединения «Витебский мясокомбинат». Техника практически вся на ходу. Остается лишь провести техническое обслуживание машины, и можно приступать к работе. К слову, подготовку к нынешней посевной здесь начали еще в прошлом году.
Большая работа проделана по накоплению минеральных удобрений, и она также продолжается. Закуплена вот благодаря облсполкому порядка 20 единиц техники в район. Поэтому это, конечно, позволит в более сжатые агротехнические сроки проводить все полевые работы. В целом по области готовность техники достигает 90%. Весна в этом году опаздывает, поэтому у аграриев еще есть немного времени наверстать упущенное, запастись под полную потребностью минеральными удобрениями и топливом. Обеспеченность по азотным удобрениям составляет 30%. Этого нам достаточно для того, чтобы провести первую подкормку озимых зерновых и озимых крестоцветных культур. Сейчас поступают денежные средства. Спасибо и республике. Она в текущем году не оставила аграриев не только в Витебской области, но и в целом республике. Поэтому оказывает помощь на приобретение минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Практически уже решена и проблема с кадрами, которых не хватает в хозяйствах. Соответствующее решение принято на уровне облсполкома. На помощь сельчанам придут работники, механизаторы, технические службы. Почти 500 человек и 160 единиц сельхозтехники. В этом году яровой клин в Витебской области составит 350 тысяч гектаров. Из них под зерновые и зернобобовые не менее 150 тысяч. На посевную кампанию отводится не более 2 недель. Здесь без высокой организационной работы не обойтись. Мы должны организовать работу таким образом, чтобы прежде всего первоначально увеличить объем посевных площадей, дальше обратить особое внимание на уходные работы и, естественно, к уборочной кампании подойти уже с полями, которые дадут и сформируют нам больший урожай. То есть смысл движения аграриев в том заключается, чтобы прирасти валовой продукции. Во всем должен быть хозяйский подход, подчеркнул руководитель области. Высокая культура земледелия, строгое соблюдение технологий и сроков сева. Только так можно будет рассчитывать на хороший урожай. А это не менее 1 000 000 тонн хлеба. И предвинским аграриям это под силу. И надо отметить, в режиме боевой готовности все сельскохозяйственные предприятия Витебщины. Последнее приготовление к старту весеннеполевых работ и аграриев Полоцкого региона. Многие из них провели большую предпосевную кампанию еще по осени, как, например, коллектив «Полимир Агро». В конце 2020-го работники сельхозпредприятия посеяли озимые в большом объеме, заранее внесли органические удобрения на половине площадей, чтобы весной завершить подкормку быстрее. Когда же хозяйство откроет новый сезон полевых работ, узнавали мои коллеги. Если бы не дождливая погода, уже сегодня коллектив «Полимир Агро» приступил бы к посевной кампании. Но капризы природы не останавливают аграриев от полевых работ. Есть время подготовить почву для внесения минеральных удобрений под будущий сев зерновых культур. По закупке минеральных удобрений у нас 83% от потребности. Азотные, которые необходимы именно под подкормку, что вот самое вот сейчас в начале, у нас на 100% закуплено. Калийные удобрения тоже приобретены на 100% и уже внесено больше половины. Вот единственное, что с фосфорными еще немножко есть вопросы, но уже проплачено 2 вагона. Один вагон буквально сегодня отгружается с завода. Посевную кампанию «Полимир Агро» планируют провести на уровне прошлого года. Часть площадей засеют яровыми, часть – зерновыми и зернобобовыми культурами. Новых сортов нет. Сейчас сельхозпредприятие работает над обновлением семенной базы, для чего закупаются элитные сорта. Это позволит повысить урожайность сельхозугодий. Появятся на полях «Полимир Агро» и крестоцветные, но все же основную ставку здесь делают на однолетние травы и кукурузу. Ведь сельхозпредприятие специализируется на животноводстве мясомолочного направления. К старту посевной готова и техника. К слову, в течение года машино-тракторный парк «Полимир Агро» ждет пополнение. Мы на этот год запланировали топливозаправщик приобрести емкость для внесения жидких органических удобрений и для внесения минеральных удобрений. Плюс по поручению вице-премьера у нас на этот год планируется провести обкатку техники предприятия заводу наших заводов. Работники «Полимир Агро» нацелены провести посевную в сроки. Подготовительная работа выполнена на отлично. Есть слаженный и работоспособный коллектив. Главное, чтобы погодные условия благоприятствовали планам аграриев. Анна Обдова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».
На период проведения весенних полевых работ в Витебской области дан старт месячнику по безопасности труда. Все для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, специалисты планируют детально проанализировать ошибки минувших лет, провести семинары, совещания и инструктажи в организациях агропромышленного комплекса. Также в течение месяца безопасности будут организованы рейды, составление протоколов и привлечение к административной ответственности – это крайние меры. Вместе с тем, на особом контроле при работе мобильных групп находится соблюдение требований директивы номер один. И, к слову, обеспечение общественной безопасности и дисциплины в рамках данного документа касается абсолютно каждой отрасли. Результативность работы в данном направлении накануне оценили в Новополоцке. В городе отмечено снижение по многим показателям. 5 случаев тяжелого травматизма на производстве, противовес 7 в 2019-м, причем смертей не допущено. Уменьшилось количество пожаров, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Но есть и моменты, которые требуют особого внимания. В вопросе разбирались мои коллеги. Не допущено смертей и случаев производственного травматизма в состоянии алкогольного опьянения. Да и в целом, инцидентов с травмированием работников на предприятиях Новополоцка стало меньше. Работа по укреплению трудовой дисциплины в городе показывает свои результаты. В ее основе – профилактика и взаимодействие всех заинтересованных служб. К сожалению, такая ситуация характерна не для всей области. В области у нас за 2020 год был рост производственного травматизма со случаями, когда работники находились в состоянии алкогольного опьянения. Ну, Новополоцк в этой ситуации как бы не допустил этих случаев, поэтому видно, что работа проводится и нельзя ее упускать. Соответственно, обеспечивать те мероприятия, которые определены законодательством 116 и 119 инструкции проведения предсменных медосмотров, медосвидетельствования перед тем, как работник допускается к работе, чтобы исключать такие факты. О том, как важно для каждого работника создать комфортные и безопасные условия труда, хорошо знают на нефтезавод «Монтаж». Свой отпечаток накладывает специфика строительно-монтажной организации. Работа на высоте, использование сложных грузоподъемных механизмов. От любого неловкого движения может пострадать человек. Поэтому здесь налажен многоступенчатый контроль по охране труда. Спрос с работников, но прежде всего с руководителей. Значит, непосредственно руководство профилактической работы по охране труда возлагается на главного инженера. Для этого в службе главного инженера и вообще на предприятии имеется ряд структур, в частности отдел охраны труда, на который возлагаются вопросы организации работы и контроля за соблюдением требований по охране труда работниками. Настоящими помощниками в деле обеспечения безопасных условий труда на НЗМ остаются общественные инспекторы. Их избирают из числа авторитетных работников, причем в каждой бригаде. Сегодня в организации 62 инспектора. Ежедневно они проводят контроль рабочих мест. Проверяют все, начиная от того, есть ли средства индивидуальной защиты, и заканчивая тем, как осуществляются технологические операции. Результат налицо. С 2017-го на нефтезавод «Монтаж» не было случаев травмирования. Не надо дожидаться службы охраны труда. Общественный инспектор обнаружил нарушение. Тут же он может пойти на диалог с мастером. Это может быть даже элементарно в устной форме. И тут же приведет в порядок, да, рабочее место. То есть все будет в установленном порядке. В работе в рамках директивы номер один есть моменты, которые заслуживают пристального внимания. Это, в частности, проблема пьянства. Она коснулась трудовой дисциплины. Увеличилось число работников, привлеченных к ответственности и уволенных за распитие спиртных напитков или появление на веселе на работе. Отразилась эта проблема и на ситуации с преступностью. Несмотря на снижение, большая часть преступлений по-прежнему совершается в состоянии алкогольного опьянения. Пострадала и дорожная безопасность. На дорогах Витебщины погибло 16 человек, и не всегда здесь вина водителей. Участились случаи ДТП по вине нетрезвых пешеходов. Изменить ситуацию призван новый кодекс об административных правонарушениях. Внесены поправки и увеличена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. То есть все прекрасно понимают, что на сегодняшний день санкции увеличились, и штрафные санкции, а также лишение права управления уже до 5 лет. Задача номер один на этот год станет усиление профилактической работы всех заинтересованных служб. Большая роль в этом вопросе отводится комиссиям по борьбе с пьянством, созданным на каждом предприятии. Не оставаться в стороне должны и медики. Сегодня ответственность за трудовую дисциплину и общественную безопасность лежит на всех, кто причастен к этой работе. Успокаиваются как минимум нам раны, а есть еще много вопросов, которые связаны вот с налаживанием взаимодействия, которые мы должны доводить дома. Поэтому решение по тем принципам, как мы говорили, которое будет содержать только конкретные предложения с конкретными исполнительными сроками выполнения, причем выполнение сроками достаточно сжатыми, оно должно быть руководством для каждого. И к этому вопросу, безусловно, мы будем возвращаться ежеквартально, поэтому отсидеться или там уйти от этой работы никому не удастся.
Анна Обдова, Александр Качан, Сергей Залынский, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании, а свежие новости оперативно можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. На этом у меня все. Я передаю слово своим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Впереди новости в форме. Оставайтесь с нами. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. На Бус-Лесновском полигоне проходит тактическое учение с Брестской десантно-штурмовой бригадой. В ходе экзамена голубым беретам предстоит совершить марш, преодолеть водные преграды, отработать десантирование из военно-транспортного самолета Ил-76. Подразделение доукомплектовано военнослужащими запаса. В настоящее время на полигоне Брестки завершается этап боевого слаживания. Новоиспеченные стражи неба из Брестского зенитного ракетного полка заступили на боевое дежурство. Традиционно в ходе торжественного ритуала до личного состава был доведен боевой приказ. На вооружении подразделения состоит зенитный ракетный комплекс С-300, предназначенный для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения. Концерт для военнослужащих, призванных из запаса, состоялся в Объединенном учебном центре. Перед военнообязанными выступили артисты академического ансамбля «Песни и танца вооруженных сил» и оркестр учебного центра. Специально для военнослужащих музыканты в погонах приготовили новую программу с яркими номерами и авторскими композициями. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Минуты спокойствия, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.